Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987. С вами лицемер, лунатик, фанатик, керетик, то бишь Нефрит. Ну и сегодня мы продолжаем прохождение кода Вероники. Не забываем, кстати, ставить Люба. Те, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно, оставлять ваши комментарии под данным видео. Те, кто еще желают заглянуть, так сказать, в прошлое, вы можете пройти. На моем канале есть ссылочка на группу. Группа «Наши 90-е». Все по 90-м. Это нам надо пропустить. Нажал. Resident Evil. Так. Но есть в слоте один у меня. Ну да. Да, закрутить. И с нами кофеёк, ёк. Так. Супер, что я взял? Что у меня есть? Так, на старт. Тут же как в оригинальном врезе первом. На кнопку старт все меняется. Так. Если комнат как мне не выйти, да? Положите все металлические предметы в ящик. Хорошо, сейчас положу. Базука это металлический предмет. Он спрей, я не знаю, металлический или нет. Ну ладно, его выложим. Лента, ну она же. К черту. Че, это бляха тоже металлическая? Поставим. Что я тут придумал одну фишку? Если они сейчас, конечно, полезут. Так, где у меня там бляшка? Копию бляхи сняли. Но заготовки нету. Ну, сейчас так, ну, ничего нету такого. Обязательно заберу. То, что для зажигалки отдельное место, это вообще респектуха разработчикам. А то мне, помню, раньше это доводило. Когда зажигалку еще вместе носить. Сейчас же мы можем открыть. Живучий, что ли? Вот живучий, падла, был, а? Ох, огнетушитель.
Ладно, его потом не забыть. Спойлерить не буду. Раз на финал опять не свертухана ушатает. Опять спойлеришь. Не надо мне так свертушки. Ключ замок. Ты взял ключ на замок, блять. Да. Гильотина. Залитая кровью. Мне видны следы свежей крови. Пластины здесь. Так, супер. А, понял, где огнетушитель может быть. Странно. Вроде бы на улице идет дождь. Как-то не можем. Мы все можем. Как это, блядь? А, с другой стороны, мне надо оббежать. Чтоб как раз бы я тут нарвался бы сейчас бы на собачек. А отсюда мы откроем. Вот и все. Мы сняли. Да, он больше мне не нужен. Да, пожалуй. Так, чуваки, кушайте там, кушайте. Да. К чертям вас всех. Да, с вами тут уже посложнее. Почему твой товарищ умер, а ты не хочешь? Jesus. Так, забираем нахер чемодан. Так, давайте его попытаемся открыть. Тут есть кнопка. Нажмем. Если был сплав ТГН 01, а также инструкция по специальному сплаву ТГН 01. Описание образца. Благодарим вас за поддержку и использование наших продуктов, в этот раз на основе наших передовых технологий нам удалось разработать уникальный и совершенно новый вид сплава. И совершенно было бы правильно здесь. ТГ 01. Характеристики. Металлодетектор его не определяет. Не может быть обнаружен рентгеном. Не таможенный. Легкий, но прочный. На основе этого нового сплава мы планируем разработать оружие и отправляем вам образец для изучения. Мы надеемся услышать от вас новости о возможном сотрудничестве. Металл Индастрия. Индастриал Метал. Глава отдела разработки Карл Редхилл. Редхилл. Блядь. Кстати, ребят, я сейчас прохожу ремейк первый и код Вероника. Ну вот, код Вероника как раз вот Клэр про Клэр, действие это проходит. Тут
знакомый, тоже хороший человек, ютубер, тоже вот сейчас проходит за Клэр, но он проходит Resident Evil Remake 2. Вы можете его найти у меня в друзьях, в подписках, ну вот, а вот он все есть. Называется Андрей опять. Вы можете найти и заглянуть, посмотреть. У меня тоже неплохой контент. Ну, просто про вес я вам сказал, потому что сейчас вес играю, и у него есть как раз вес. Опа. Не-не-не-не-не-не-не. Там Клэр вообще выглядит шикарно. Ну а я, как видите, мне надо пройти первый рез и ремейк. Так что кто захочет посмотреть второй, вы можете найти его у него на канале его. Сейчас он все пытается тоже развивать свой канал. Положите все металлические предметы аж, ребят, в помогаем. Ящик. У меня, слава богу, спасибо вам, то, что вы со мной. Я очень благодарен этому, что вы смотрите, прибавляетесь. Появляются новые подписчики, потому что вам нравится мой контент. Пока. Не хотел я, чтобы зомбяры здесь появились. Но что, сука, делать? Положите все металлические предметы в ящик. А, я зажигалку забыл убрать, да? Как же, ребята, на клаве неудобно. Кто бы знал из вас? Она выпиливает или сваривает, блин? Или сваривая выпиливает? Дубликат комплит. Они вылезли. Руководство. Дубликат, новая модель. Ну, короче, руководство по дубликату. Я его что-то не прочитал, зато я сейчас все узнал. Как им работать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, блядь, вот это мне не нравится, когда вы тут. Опа! Опа-на! Давайте мне мои вещи. Да сдался ты мне. Гуляй, Вася. Ползет еще за мной. Клэр, секса хочу. Секса давно не было. Взяли, не дали замку и сбежали. Они как завыли. Баба, бабу, бабу. Баба, бабу. Этим мужикам как-то не хватает. Да что ж ты, блядь, успел-то, а? Здесь, по-моему, эту хрень надо ставить. Да, давай, Клэр, сваливаем нахер.
Фу. Поэтому некоторые замков проще не валить. Эти тем более респамятся, они постоянно будут появляться. С этой стороны мне не пройти. А патроны... Патроны с этой ведь тоже лежат. Нет? Жгрю, вон они лежат. Так, стоп, для трафа еще лежит. А по машине не могла пролезть, да? Так, давайте скомбинируем. Совместим, то бишь. Больше ничего тут не осталось. То помню, первый раз, когда проходил, я вообще эту травку не заметил. Клэр. А, да, вот он, ящик, который двигает. Такие воют, воют. Куда нам не надо, ничего. Ну да. Каска слетела. Ладно. Изначально нам сюда. Он даже всего вверх бежал. Потом приходилось сюда. Андрюха, не поверишь, если ты сейчас это смотришь, то вот как вот сейчас стреляла вниз, это, блин, пипец как неудобно. Ну да ладно. Ага, стрелы. Пока нам не дострел. По-моему, нычка есть. Где-то тут должна быть нычка. Вот я ее не вижу. Она есть. О!
И красная травка, вот. Давайте используем одно, потому что все равно покалечили уже немного. Закрыто, они чтобы закрыть, мне нужен специальный ключ. А. Что, лестница не открывается? Здесь такой беспорядок. Ничего интересного. Стрелы я брать не буду. Так, что я там увидел? Травка. Что-то здесь не помню травку. Супер. Когда первый раз проходил, очень мало травок находил. В мониторе показана схема этого здания. Могу ее распечатать. Распечатать схему? Да. Вот и мы нашли себе карту. Блин, я везде могу зайти, но... Есть одно но. Да, мне некуда вещи складывать. Вот она печаль. Устройство серебристый, закрыт электронным замком. Короче, мне сюда еще придется возвращаться. Различные принадлежности. Ничего интересного. Вот, сука, арбалет, да? Файл. Заметка о коде доступа. Аварийную дверь в камере биологических экспериментов можно открыть путем введения кода из 4 цифр. Надеюсь, вы уже его не забыли. Я только что получил от системного администратора указание о периодической смене данного кода доступа. Меня беспокоит то, что вы часто теряете важные записи, коды и даже химикаты. Для решения данной проблемы я предлагаю следующее. Вы знаете фото красного скелета человека в задней части камеры экспериментов. Я решил использовать в качестве кода доступа номер, написанный на нем. Если вы потеряете эту записку, посмотрите на фото. Но я не думаю, что вам понадобится аварийный код доступа, но я все-таки вас предупреждаю. Не забывайте, мистер Растяпа. Я не мистер Растяпа. Yeah.
Следы крови. Здесь проводили опыты над животными. Внимание, активация дверной системы. На табличке эксперимент камера. Воздух заражен. Нельзя. Введите код доступа. Здесь никого нет. Да, ну вообще. Сзади висит красная фотография. Отсюда ничего не вижу. Клэр. Кажется, или ты пипец просто, Бася. Обнаружено биологическое заражение. Уровень 3. Аварийный выход будет закрыт. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Пронесло. Короче, не понял, рано сюда пришел. Или наоборот, меня в авто... Короче, я сейчас буду бродить. Я плохо ориентируюсь в этой игре. Хотя там что-то в бассейне же есть. Ну а как мне что-то взять? Если у меня место. А я говорю, придется вернуться. По-другому никак. Это же классический Resident Evil. Тут только туда-сюда и бегать. Звуки есть, но никого не видно. О, вижу. Смешно, шапки падают. Каски. Не думал, что у вас тут где. Как раз кончилось. Мухи тут летают. Тут травка зеленеет. Главное, мух-мутантов нету. Мы в поместье Эшфордов. Какое тут эхо? Раньше как-то не замечал, когда на Соньке играл.
Сейчас на гарнитуре очень хорошо слышно. Sealed lock. Ага, system is active. Enter player ID. Нет у меня ID. Ба-ба-ба-бам. Да нет, нет. Я еще пока ничего не знаю. Ничего хорошего. Ну, как бы здесь. Так, ставим что-то дверь интересное. Да. И вот. Наша первая safe room. Выложим то, что нам не нужно. Записка секретарь. Секретаря, наверное. Я работаю у сэра Альфреда вот уже 4 года. Он никому не доверяет, даже хотя я его секретарь. Мне строго-настрого воспрещено заходить в его дом, но почему? Почему говорят, что вместе с ним в доме на холме живет его сестра Алексия? Я случайно увидела силуэт женщины, стоящей в окне дома. Может быть, это была Алексия? О красоте которой все только говорят и говорят. Однажды я спросил об этом у Альфреда, но он рассердился. Хотя я являюсь его секретарем. Он не делает мне никаких поблажек. Если я опять спрошу о ней, он может убить меня. Ведь никто так и не знает, почему он отчаянно пытается сохранить свою личную жизнь в тайне. Роберт Дорсон. Нельзя никак. Нас не пустят. Нам скажут, пошел нахрен. Она не закрыта. Углубление в форме двух пистолетов. Но не такие, которые у нас, как вы видите. Карточку надо смотреть. ID. NTSC. NTSC. 0394. Пойдемте, ведем. Эшфорды. Enter. Address has been deformed. Security lock system is deactivated. Вот и дверки открываются. Да, выбросить карточка. Сейчас мы сходим в одну дверку.
Здесь нельзя делать никаких резких движений, ребята. Здесь спят летучие мыши. Если мы их потревожим, будет очень неприятно нам. Но это кейс, а не коробка уж. Спрей тоже заберем. О, залетали. Ну и хрен мы с вами, вы мне больше не нужны. Осматриваем коробку. Закрыто на замок, его можно открыть с отмычкой. Но у нас нет отмычки. Сейчас мы быстро обшарим весь первый этаж. Опа. Ты куда так потрусил? Клэр, ты, может, целиться будешь в тех, кто движется, а не в тех, кто лежит. Ага. Тут же нельзя перезаряжаться. Я уж как в четвертом резе стал перезаряжаться. Забываем. Ну, давайте я вам покажу арбалетик. Как он стреляет тут. Тут он зомбак сейчас должен быть. Мы его нашпигуем стрелками. Он еще успел укусить, сука. Все, мы его нашпиговали стрелками. А вот в эту дверь нам и надо. Колями. Драгоценный камень в форме муравья. Внизу есть кнопка. Нажмем ее. Издевается над стрекозой, кинули ее муравьям. Да, вроде бы красивая Алексия. Оружие из разных стран мира. А вот эти два пистолета. У меня их некуда, сука, положить. Поэтому мне надо что-нибудь выложить.
Ну, я сейчас просто кое-что проверю. Сработает, нет? Пожалуйста, на помощь! Есть. Значит, можно и так сделать. Стив? Только я пошел бы сейчас... Как его? Выкладывал бы все, и потом побежал бы сюда, и потом бы туда, и, ну, видите, сколько бы времени лишнего было бы. Его больно. На панели управления что-то есть. Брат, две пары, ты успокоишь мою ярость. Включить, да. Тут корабль. Муравей. Пистолет. Ага. Ец. Наоборот, надо оставить. Че, жарко было, Стив, да? Пронесло. Спасибо тебе. Что, всех проносит? Ну что, пошли? О, мне это нужно. Отдай их мне. Ты, наверное, шутишь? Я нашел это. Отлично. Давай договоримся. Я нанимаю тебя в обмен на одну автоматическую штуку. Пока, Клэр. Адью. Эй, постой, Стив! Мудак, сука. Да. Вот есть же мудак. Есть мудак. Какого хрена мы его спасали, блин? Автоматическую штуку. Я, конечно, знаю, что это автоматическая штука. Редфилд, как ты посмела помешать мне в моей операции? О чем ты говоришь? Ты позволила себя поймать, чтобы потом привести сюда своих людей. Я понятия не имею, что ты там бормочешь. You don't fool me. Ты меня не обдуришь. Я Альфред Ашфорд, командующий этой базы. Неужели? Наверное, ты самый последний из офицеров Амбреллы, если ты руководишь такой отстойной базой. How dare you! Семья Эшфордов – одна из самых благородных фамилий в мире. Мой дедушка был одним из основателей корпорации Амбрелла. А теперь скажи мне, какого черта ты напала? Напала? Сразу после твоего приезда мою базу атаковали. Ты наверняка передала им координаты базы. Я все еще никак не пойму тебя. Я вообще ничего не понимаю. Невероятно! Ты еще отпираешься. Моя база была уничтожена. И благодаря тебе на свободу вырвался экспериментальный Т-вирус, который порождает бесчисленное множество монстров и зомби.
Скажи мне, на кого ты работаешь? Кто послал тебя? Ну тогда расхлебывай всю кашу сама. Все равно ты как крыса в крысоловке. Я позабочусь о том, чтобы ты не скучала, прежде чем я уничтожу тебя. Да, его дурацкий смех. Аж как и Салазара смех меня бесит. Пришло время сохраниться. Да, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRight987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба тем, кто не подписался. Тем, кто не подписался на мой канал, надо подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну и всем до новых встреч, пока-пока. Let's rock!